Всем привет, меня зовут Олег, вы на канале Random Game, и мы продолжаем проходить игру Ведьмак 3 Дикая Охота. Так, ну как я и говорил, давайте попроходим, блять, не перебивай, сука. Давайте попроходим дополнительные задания. Я как раз вот поставил задание, забыл, как это называется, поговорить с Три со статуэтки. Купил я статуэтку где-то, здесь вот продавали статуэтку, я купил статуэтку, и мне надо расколдовать ее там или что там. Кто-то сидит, спрятан из заколдованности статуэтки. Насколько я помню, это не такое уж большое задание. Так что его мы сейчас побыстро выполним, и у меня уже есть еще одно на примете сразу же. Думаю, вот этот вот сыр и темные силы. Так, ладно, давайте начнем. Да? К кому? Трис. Я ей сразу говорила. Никаких мужчин, никаких домашних животных. Здесь порядочный дом. Успокойтесь, я ненадолго. Уйди отсюда, порядочный. Так, у меня какой уровень-то? Бля, пиздец, за 14 вообще нет, серьезно. Чё так уровень-то долго копится, я понять не могу. Я поменял эти костюмы им, потому что не нравится мне. Ну, как не нравится? Они красивые, они прорисованные. Но не подходят они под стилистику данного под данную местность. Но это бред. Он сильно кидается в глаза, прям чересчур. Посмотри, что я раздобыл. Артефактная компрессия. Это статуэтка, заколдованный человек. Сможешь его расколдовать? Конечно. Похоже, об этом бедолаге просто забыли. Он похож на дворянина. Может, он и есть дворянин. Идем. Я не могу провести ритуал прямо здесь. Все готово. За работу. Попробуем его расколдовать. Думаю, это дворянин. Приготовься. Никто не знает, кто он на самом деле. Инналанда онна арайс. Коралл, нет! Я все объясню! Коралл? Я на ту девку и не взглянул. Для меня есть только ты. Эй, ты не Коралл. Суккуб. Морок. Где я? Значит, его заколдовала Коралл? Очень на нее похоже. Я не встречала более вредной чародейки, чем она. Разве что... Йеннифер. А Коралл здесь нет? Тогда иди же ко мне, суккуб. Как тебя зовут? Мы в Новиграде. В Новиграде! В Новиграде? Последнее, что я помню, это Оксенфурт и Коралл в бешенстве. Как она может требовать верности, когда сама порхает, как... Ну, как... Как деревенский мул. В самую точку. Зараза. Чувствую себя так, будто по мне прошлось стадо коров. Не знаю, что она со мной сделала, но вижу, вы спасли меня от беды. Вот, возьми. Пойдите, развлекитесь в городе. С тех пор, как ты спал с Коралл, ее вкус значительно ухудшился. Ладно, идем. Наш славный господин сам о себе позаботится. Ухудшился? А разве ее не убили? Ее ж, по-моему, под Соданом убили. Насколько я знаю.
Так, давайте задание, которое я хотел про сыры. Там вроде как дают неплохой меч. По крайней мере, раньше он всегда был по значениям выше моих, которые у меня были. Так что, вроде как, он должен вполне себе быть неплохим. Так, сейчас я ТП-ху найду только. Чтобы нам не переть 2 км пешком. Обманули меня, банда проходимцев. А, тут же можно насквозь пройти. Опа, удобно. А, я хотел... Я хотел купить эликсирчиков... Ой, травочек каких-нибудь, чтобы эликсиры можно было создавать. Прошу! Я денежку прошу. Подкопил тут так неплохо, вполне даже. Что у тебя там? Что-то там... Вон, почти 6000. Так, почти 6000. Это вообще прямо замечательно. А что это такое? Отрава из Накера Воина. Нахер мне эти отвары. Так, подожди. Так, берем по порядку. По чуть-чуть берем просто всего. Вот это вот давай возьмем. Ой-ой-ой. Ну, 2 штучки давай. Пизда, ценники. Я херею. Да иди ты нахуй. Нихуя себе. Не, давай травы, короче, возьмем. Так, 7 хватит пока. Тут 6. Грибы есть, одуванчики. Ну давай штук 4. Так, вот эти нужны для бомб. 5 пойдет. Этих тоже штук 7. Тоже нет. Этих штуки 3. Дорогие, сука. Вот эти корешки тоже дорогие, пиздец. Давай штуки 4. Деньги-то бывают. Бывают деньги, ёб твою мать. Штук 7, давай. Это особо не в ходу. Вот эти штуки 4. Штуки 3. Четыре пусть будет. 6. 5. Бля, 4000 уже, серьезно? Ну и все, я думаю, пока хватит. Будь здоров. Да, хватит пока что, нормально. Вот копишь деньги, потом просто берешь и тратишь на какую-то херь, если честно, полную. Ценники-то еще неимоверные прямо у этой травы всей. Это мне куда? А, во, куда. Поближе нет ТП-хи нигде, да? Ну ладно, давай. Запасы эликсиров можно пополнить при медитации. Было бы чем еще? Не торопитесь выбрасывать старый меч. Ремесленник разберет его на части, которые вы сможете использовать для создания нового клинка. Да его лучше продать уж. У большинства элементов ведьмачьего снаряжения есть 3 уровня улучшений. С каждым уровнем внешний вид и свойства снаряжения меняются. Но не с каждым. По-моему, через 2 уровня они начинают меняться. 2 таких там. 2 таких нет. А, нет. А, да. Да, с каждым. Только не мечи, по-моему. Не, мечи не меняются с видом. Видом они, по-моему, через 2 уровня. А броник, да, по-моему, через каждый уровень. Давай сейчас прохожу это задание, и ты мне раз сразу 3 уровня меня в плюс просто выводишь, и я... И я целую свой системный блок. Сей банк. Чего он так долго копится-то, вообще я не могу. Тут леший где-то тусуется ебучий 20 уровня. Я тут ходил уже.
Иди нахер, блядь, скачи, идиотина, хули ты встала-то, блядь? Тупорылая, блядь, я хуею. Блядь. О, приехали почти. Приехали. Так, тут, по-моему, ведьмачье снаряжение еще есть. Подожди. Где-то, блядь, где-то сверху. Как-то подняться надо наверх, подожди. Да-да-да, вот здесь. Должно быть, по крайней мере. Насколько я помню. Странно. Последняя записка чародея Аэрхенны. Нет, где-то... Вот, вот это. Да-да-да, школа кота, отлично. Ну, посмотрим. Нихуя себе. А чё так потемнело-то резко? Дом полностью разрушен, но магический круг выдержал. Кажется, портал закрыт. Может, его открывает один из предметов, принадлежавших Аэрамусу? Может быть, да. Как же здесь воняет. Запах старого сыра. Похоже, Аэрамус был тиромантом. Да ты тихо, я даже еще зайти туда не успел. Из чего Аэрамус делал это? Чертов сыр. Лучше быть внимательнее. Он даже не сдуется. Да уже не надо, я уже дошел. Испытание с сыром? Вот весь мир посмеется. Ничего хуже я уже не встречу. Ты бы не заикался. Ага, сейчас, значит, поплаваем. Ебать, ничего не видно. Вообще ничего не вижу. Ну ты чё? Надо рассказать Ламберту, что у туманников иммунитет к запаху старого сыра. Да, это полезная информация была бы. Да блять, Арт где? Да блять. Все, больше нету, один сволочь. Я, кстати, так и не знаю, что делать с этой фигуркой коровы. Сколько раз ее подбирала, но у меня так до конца игры все время и висело. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз.
Тут еще вот коробка. Отличный чертов гриб. Очень полезно. Это место похоже на сокровищницу. Посмотреться. Магический барьер все еще действует. Нужно его как-то отключить. Это было очень барьер и очень включен. Сложно. Фигурка змеи. Вот что с ними делать? Если этот меч столь же смертоносен, как сыры Айрамоса, его стоит взять. Пожалуй, я назову его Эменталь. Эменталь. Так, подожди. Да, чуть-чуть выше. Совсем чуть-чуть. Урон огнем, мощь Игни. Плюс 6%, урон огнем 10%. А у меня дополнительный урон при критическом ударе, шанс выбить из равновесия. Но это мои модификаторы уже стоят. Ну давай, почему нет? Почему бы нет? Что, я зря сюда шел, что ли? Так, вызвать горение у него как раз огнем. Давай две штучки сюда горение сейчас залепим. И... Так, адреналин, оглушение. Вот оглушение, наверное. Да, давай оглушение. Отлично. Опа. Вот и все. Диалог-то. Так, что у нас там по расписанию? Дополнительное задание. Распутывая клубок. Оно задание идет, получается, и в Новиграде, и на Скеллиге. Так что я не думаю, что вообще есть смысл его сейчас начинать. Не вижу просто никакого смысла, но... В принципе, если я его сейчас не пройду и буду проходить его потом, когда мой уровень будет значительно выше, то мне за это задание опыта вообще нихуя не дадут. Так что не знаю, в принципе. Я его все равно в любом случае я его сейчас пройти не смогу до конца. Хоть ты обосрись, хоть убейся, не смогу и все. Нет, я не буду его начинать даже. Так, заказ опасные развлечения. Поговорить со Сашей... Поговорить со стражником. Заказ «Белая дама». Неуловимый вор. Медоносный приз. Давай с призрака начнем. Так, а где у нас? Тут же где-то ТП-ха, да, была, по-моему, на въезде. Вот сука. Ну ладно, вот отсюда давай. Обращайте внимание на уровень тревоги вашей лошади. Испугавшись, она скинет вас. Знак Акси поможет ей заткнуться. Короче, у большинства элементов ведьмачьего снаряжения есть три уровня улучшений с каждым уровнем. Но это я уже читал, что ты мне одно и то же пихаешь. Так, 300 метров. Блять, вот на компе что заебись, что есть моды интересные, причем моды, я сегодня лазил, так не всякие вот модификации или еще что, есть мод на графику, вполне себе, кстати, неплохой, так неплохо выглядит. Есть мод, который добавляет мозгов вот этой вот тупой скотине, лошади нашей, чтобы она так жестко не тупила. Латва не так быстро. Что-то я впервые здесь вижу продавца какого-то, ну-ка. А, ты... Приветствую. Ну, ты пеший, я понял, нет, иди нахер. Бывай. Ну такого никогда ничего интересного нету. Лошадка. Добавляет ей мозгов, чтобы она вот так вот не уходила, сука, никуда. Можно два раза свистнуть, и она будет, сука, рядом с тобой идти. Когда ты ее к себе зовешь и начинаешь к ней бежать, она, сука, от тебя не убегает. Как это падла делает иногда. Очень удобный мод. Очень интересный мод.
Да иди нахер. Не. Не, ничего не знаю. Да ты заебал, вот. Я в управлении, сука, я направлялся на мост. Почему она его сбоку объехала? Я вообще не понимаю. Вперед, плотва! Ты вообще гонишь, плотва. Приветствую тебя в Мёдосытне. Холоферн Майерсдорф, к вашим услугам. А это мои сыновья, Берни, Франклин и Гуго. Очень приятно. Геральт из Ривии. Я знаю, кто ты. Я тебя по волосам узнал. Сказать по правде, я ждал кого-то вроде тебя. Наверное, дело в медоносном призраке. Я видел объявление. Все верно. Он мою пасеку опустошает. Что касается платы... 246 по стандарту. Блять, за крыс больше дают, вы это понимаете, сука? Я скоро на крыс перейду, буду крыс убивать. Давай 300, как хотя бы как за крысу. Хм. Нам теперь с пасеки никаких доходов нет. Да вы ли не охуели, ребята? Появился. Может, скинешь цену нем. Вот в Ведьмаке ценники вообще абсолютно нахуй напрочь нелогичные. Просто абсолютно нелогичные. Да хм. Ты не вообще берега-то видишь, еб твою мать, или чё? Ох. Ну, гандон. Так что, рука. Абсолютно нелогично. Рука. Значит, за заказ на крыс мы тебе заплатим 300, а за заказ на какого? На псадика и охоты мы тебе заплатим максимум 270. Чё? Я видел. Я как раз чистил улей, и один батрак вдруг закричал. Орал так, будто его покусала целая туча пчел. Я подбежал к нему, но он был уже мертв. У него были следы от укусов? Скорее... от обморожений. Синие губы, иней в волосах, а вокруг полно мертвых пчел. Покажете мне место, где появился призрак? Идем. Ну, веди. Да, за мной. Давай. Вы вообще взяли, что это медоносный призрак? Это такая примета у пасечников. Если дарами пчел плохо распоряжаются, то приходит медоносный призрак. Он разбивает ульи и убивает пчел, чтобы никто не использовал этих благородных созданий в неправедных целях. Вы что, натравили пчел на конкурентов? Нет. Отец подписал недавно контракт с реданцами. Ну, значит, призрак из Нильфгарда. Тут вот, на этом самом месте призрак убил батрака. Может, остались какие-то здесь следы? Покрыты ним. Холод, должно быть, и убил пчел. Кровь почернела и засохла, значит, прошло несколько дней. Должно быть, тут погиб батрак. У этого их медоносного призрака здоровенные ноги. Я вообще ничего не понял, что он сказал. Следы исчезают в воде. От этой лужи, которая притворяется озером, почти ничего не осталось. Проверю другой берег. Может, следы идут дальше. Если есть пруд, то должны быть удобно. Но это не они. Блять, они 18-го, я думаю, что они такие жесткие. Ой-ой-ой, не туда нажал. Чё? А, вот он. Он не протиснется. Должен быть другой вход. Открывай, сука. У меня есть ключ. Пожалуйста. Отец начал строить этот дом для Берни, но нам не хватило денег. С тех пор стройка стоит. Это замечательное укрытие для того, кто уничтожил вашу пасеку. Я войду, а ты лучше возвращайся домой и запри покрепче двери.
Неизвестно еще, что я оттуда выпущу. Доносный призм, как же. Боже, похоже, на зачем все эти охоты. Нихуя у тебя, чё? Хуяк сильно, вот и за это мне дадут 250? По нему урон еле проходит, блядь. Охуеть, честно. Да хоть за Арисе. А, бля, застрял, лох. Это очень эпичный бой. Если вам кажется, что мне слишком просто, вы ошибаетесь. Вы не представляете, как это не просто нажимать на квадрате как часто. Сука, вообще. Ага. Да не сопротивляйся ты уже. Ты же понимаешь, деваться тебе некуда. Жопа-то застряла, отъелся, сука. На беду-то на харченном. Лошара. Да, это было напряженно. Ну, это было сложно. С этим не поспоришь. Очень сложно. Неимоверно сложно. Так, что у нас? Получить вознаграждение. Ну давай. Какие-то там, блядь, вознаграждения-то я вообще не понимаю. Почему такой ценник-то, блядь? Ваш медоносный призрак был гончим псом дикой охоты. Во имя вечного огня. Так значит, у дикой охоты даже гончие есть. Недели две назад я проснулся ночью и увидел, как дикая охота мчит по небу. Должно быть, пес тогда и отстал. Вернуться он не смог, вот и затаился на брошенной стройке. Это не возместит вам потери, но хотя бы новых разрушений не будет. Спасибо, спасибо, ведьмак. И все-таки мастер — это мастер. Так и платить надо соответственно, блядь, мастеру-то. Суки. Ну мне вообще, в принципе, опыт. Опыт важнее мне сейчас, важнее всего это опыт. Так, а когда у меня откроется еще одна-то? А, на 15-м, нихера себе. Так, а что я хотел сделать? А, давай посмотрим, что улучшать. А, блять, я хотел вот тут поставить. Я думал, она на 14-м откроется, а она, сука, на 15-м открывается, прикинь. Вот это обидно, блять. Вот это было обидно. И что мне улучшать тогда? Ну давай руку улучшим. Все на максималку. 249 и... В смысле, я 270 заторговал, какого хуя? Мне не доплатили, я вообще охуеваю. Не, ну у меня же не глюк, я же 270 заказал у него. Сначала 300, потом 280, он снова отказался, потом 270, он согласился. Это бред какой-то ненормальный. Так, опасное развлечение, белая дама, неуловимый вор. На новигородской доске объявление Геральт углядел кое-что любопытное, как оказалось, поддержание порядка на улицах Новиграда было не единственной проблемой, о которой беспокоится городская стража. Нет, давай вот это вот, пока в Новиград не заезжаем, выполняем все, что вне Новиграда у нас доступно. А белая дама у нас вне Новиграда, она возле него, по-моему, насколько я помню, я ее давно уже взял, это задание. Какая-то точка еще опять. Ага. Ой-ой-ой. А у меня что-то кулачные бои, я что-то не заметил, у меня появились кулачные бои в Новиграде. Я, если честно, что-то не ощутил. Так, ну давай.
Опа. Краснолюдский спирт откуда спиздил? Тоже с голоду дохну. Здравствуйте, мастер. Я по поводу белой дамы. О, я уж надеяться перестала. Только это мое объявление висит, все выгорело. И все-таки я его разобрал. Но все равно мне нужно знать больше. Так спрашивайте. На поля все равно выходить боязно. Того и гляди. Закончишь как Мирт и его банда. А что за Мирко? Были тут такие четверо. Лодыри и пропойцы. Осушили пару кружек и удумали, что если вместе белую даму отмеют, то она и уберется отсюда. Романтики. Да. Гениально, блядь. Только белая дама, видать, их ухаживание отвергла. Так они в поле и лежат. Люди их хоронить боятся. Значит, белая дама появляется на полях? Да. Тут сразу, за хатой. У старой башни. Люди говорят, там она и поселилась. Ну так как? Избавите вы нас от нее. Сперва поговорим о награде. А дама не волк, в лес не убежит. Вот 246, блядь, за призрака. Вы вообще охуели, блядь, меня охуеваю просто. Ну пусть так. Ну слава богу, хоть так. Я этим займусь. И с большим успехом, чем отважный Мирко. Так, найти тела жертв белой дамы, используя ведьмачье чутье. Зачем постоянно вот это писать в заданиях, используя ведьмачье чутье? Используя ведьмачье чутье. Используй ведьмачье чутье. Мы же сделали его не просто так. Ты используй ведьмачье чутье. Оно есть у тебя. Ты же прошел пол игры, вдруг ты забыл. Используй ведьмачье чутье. Он что-то увидел перед смертью. Здорово испугался. Тело высушено, следы ожогов. Работа полуденницы. Кожа бледная, но кровопотери не было. Значит, не вампир. Должно быть 4 тела. Ну, я понял. А, во. Следы глубокие и неровные. Кто-то убегал в панике, не разбирая дороги. Храбрый Мирка. Че, передумал, да? Отыметь-то ее. А быть может, если было бы понастойчивее, что-нибудь и вышло. Надо осмотреть башню. Следы крови ведут в погреб. Гули стянули тело вниз, но убивали не они. Кожа, неестественно, бледная, растрескавшаяся. Судя по всему, это полуденница. Она меня избегает, но ей придется показаться, если я возьму принадлежавшую ей вещь. Так, подожди, давай посмотрим, что у нас там против полуденницы надо. Глоссарий, бестиарий. Духи, призраки, белая дама, лунная пыль, масло против призраков, ну и Ирден, само собой. Так, что у меня есть? Рюкзак. Так, масло против призраков есть, лунная пыль, конечно же, нету, а я могу сделать. Я бы не отказался, потому что она и против оборотней полезна, в принципе, да, могу, нормально. Нормально могу. Так, сон дракона, танцующая звезда, улучшенный самум. Нахер ничего не надо. Масла. Инсекторы. В принципе. Против призраков улучшенное. Вот это давай. А, улучшенное против инсекторов. Да давай тоже. Так, здесь все. Белый мед, зелье. Петри и Волга. Дает сопротивление к ядам, нейтрализует эффект ядов, уже попавших в кровь. А херня, они там действуют на 5 секунд. Лес Марибора ускоряет генерацию очков адреналина. Тоже нафиг не надо. Ласточка.
Улучшенная. А, ну давай. Так, вот эта черная кровь бы вообще было бы прекрасно. Это чё? А, мне... А, я все, я понял. Вот, черная кровь. Она против вампиров очень хорошо помогает, когда они тебя кусают, они просто в ахуе садятся на жопы. Так, эликсиры, отвары... Да, отвары нафиг пока не надо. У меня не настолько много лишних всяких травочек, чтобы создавать всякие беспонтовые отвары. Они по большинству своему все равно тупо такой, знаете, выебас, которым не пользуешься. Так, что у нас там поговорить со вдовой о полуденнице? Ну давай. Здравствуйте, мастер. Похоже, это ваша белая дама полуденница. Значит... О боги, бедная Люся. Это Люся замуж собиралась, так? Да. Родители пообещали ее кузнецу из города. Состоятельный он был, это правда. Да только старше, чем эльфские руины. Люся прямо из-под венца в эти поля сбежала. И перерезала себе вены серебряным ножичком, который ей подарили на обручение. Подождите-ка, я вам покажу. Родители Люси не продать его, ни в могилу положить не решились. Попросили, чтобы я у себя сохранила. Мне нужны какие-нибудь личные вещи, Люся, чтобы выманить ее и изгнать. Так что стилет как раз бы пригодился. Возьмите. Только убейте Люсю так, чтобы она уж больше не страдала. Так, а я знаете, что вспомнил? Что у меня есть еще одно очень интересное задание, которое так просто не найдешь. Где-то должна быть деревушка. Где-то должна быть деревушка такая небольшая. Буквально несколько домиков. Где-то вот может здесь или вот здесь, хер его знает. Где там встречаешь ведьмака школы кота? Да, где-то здесь. Я думаю, надо будет туда как-нибудь... Но я в любом случае в той стороне буду. Потому что у меня где-то вот здесь еще охота на чудовищ. Там 20-й левел нужен. Я просто забыл, что у меня есть это задание. Но там, по-моему, вполне с 15-го можно туда попасть на него. Или с 16-го уровня. Очень интересное задание. Надо бы про него только не забыть, когда я буду проходить другие заказы в той области. Я что думаю, то может мне все-таки на сюжетку, наверное, пойти сейчас. Ну не сейчас, а в следующей серии. Отправиться по сюжетке. И уже когда, скорее всего, где-то ближе к отправлению на Скеллиге, уже начать тогда проходить дополнительные задания. А пока что двигаться по сюжеточке. Ну да, в сумерки-то полуденница не выйдет. Ну ты, так ты сядь помедитируй, что ты тупишь-то? В сумерки не выйдет, ну а в полдень выйдет. А, подожди, мадама. Так. Масло против призраков. Отличненько. А в смысле? А, я понял тебя, окей, подожди. Сейчас я тебя серебром бомбану. Да это иди ты нахуй, да я в тебя кину, потом будешь въебываться, ебанумба, блять, на.
чё, охуела что ли? Типа ты хочешь сказать еще одну гранату на тебя тратить? Ё, бред какой-то. Нахуй, я лучше ее оставлю. На оборотнях пригодится, на волколаках, на всяких. Че там за меч? Минус 3. Не пойдет. И чё? Не понял я прикола. Подозрительный тип. Подозрительный тип. А зачем они нужны-то? Хоть какая-нибудь отсылка бы была или чё? И чё? Ну подозрительно он в капюшоне. В Баклере хотя бы такие подозрительные дамочки. Хотя бы видно, что они, ну как... Бруксы или Альпы или еще какая-нибудь херня. Тут, ну, подозрительный тип, и чё? Хули ты такой подозрительный, слышишь? Дурак, блядь. Здравствуйте, мастер. Все разрешилось, можете возвращаться на поля. Спасибо. Вот ваши деньги. И пусть вам жизни посчастливится. Похоже, дождь собирается. Так, ну и все. Иди отсюда, подозрительный тип. Опыт, ну вот, вот опыт, сука, летит. Опыт летит. В принципе-то. Ладно, давай, наверное, сука, хер его знает. Что у меня там еще есть? Опасные развлечения. Неуловимый вор. А, не знаю, сука. Посмотрим, короче, ладно. Пока что заканчиваем серию. Посмотрим в следующей серии. Не знаю, я сюжетку или дальше буду дополнительные. Или как-то совмещу по чуть-чуть. Посмотрим, в общем. В общем, посмотрим. Ладно, всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И увидимся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.